Всем привет! С вами Маш Смолт, и сегодня мы продолжаем серию видео о шахматах. И тема нашего сегодняшнего дня — это коробка под шахматы. Вот. Ну, раз мы делаем такие красивые резные шахматы, мы не можем оставить нашу коробочку без внимания. Ну и опять же, так как у нас пиратская тема, значит будет карта сокровищ. Нам надо нарисовать карту. Значит, сейчас мы представляем, что здесь ничего нет. Здесь, понятно, будут цифры, здесь буквы. Но это я потом сделаю в конце. Сейчас надо как-то абстрагироваться сейчас от этих клеток и нарисовать нашу карту. Рисовать я буду произвольно. То есть вообще ни к чему не привязываюсь, потому что это карта сокровищ из моей головы исключительно. Ну, поэтому просто делаем материки, какие-то острова. Добавим там пару островков. Здесь-то у нас будет как-нибудь вот так.
подошла к концу серия видео про шахматы. Что я могу сказать? Эта партия провальная. А все почему? Потому что я сделала ряд ошибок, которые мне теперь разгребать не знаю даже сколько по времени. Но и не факт, что я буду этим заниматься, потому что сейчас куча других проектов, и как-то не хочется на этом заострять внимание. Но я все равно их, конечно, доделаю. А беда вся в том, что я покрывала лаком велюровым. Покрывала, там надо слоев 5, там просушилось, все хорошо. И потом мне не понравилось. Они были очень приятные на ощупь. Прям велюр, нежные такие. Ну, в общем, короче, классно это все смотрелось. Но вот в таких фигурах, где шляпы, такие какие-то затертости. В общем, как-то все это небрежно смотрелось. Прям, ну, совсем небрежно. И я решила, думаю, покрою-ка я обычным лаком. Пусть они будут блестеть, но как бы все будет окей. Но не тут-то было. Я покрыла, и стало это все похоже на пластик. Дурацкий глянец. Потом я пыталась его немножко зашлифовать. То есть сошлифовать глянец мелкой наждачкой. Но это тоже смотрелось убого. И, в общем, я решила оставить так, но потом я поняла, что я совершила непоправимую ошибку, покрыв маслом белой фигуры. Я делала это не просто так, а потому что белая липа смотрелась, ну, не очень, мягко говоря. Наверное, надо было мне покрыть какой-нибудь разбавленной красочкой белой, чтобы они хотя бы белесыми такими были. Ну, или там серой, не знаю, немножко оттонить, но не надо было покрывать маслом. Если черные фигуры я не покрывала маслом, они смотрятся прилично, нормально, ну, блестят, да. Но они хотя бы лак высох и, в общем, хорошие фигуры. А белые до сих пор лак липнет, и он так и не перестанет липнуть. И, в общем, я так понимаю, что со временем будет это все облупляться, потому что масло... В общем, нельзя сначала покрывать маслом, а потом покрывать лаком. Надо выбрать что-то одно. Вот такой косяк. Ну, такое бывает, ошибки тоже бывают. Следующую я не повторю. Вот, всем спасибо за просмотр. Не повторяйте моих ошибок. Тщательнее подходите к выбору материала. Вот, на этом, пожалуй, все. Всем спасибо за просмотр. Пока.